И последнее. Проявил талант видеоблогера, не снимая военные формы. Новосибирский гарнизонный суд разобрал инцидент, который произошел в одном из подразделений Росгвардии. Там военнослужащий, вопреки жестким запретам, решил попиарить себя в известной соцсети. Найти то самое видео, к сожалению, не удалось, хотя интернет пестрит подобными шедеврами, снятыми в разных гарнизонах страны. Согласно представленным в суде материалам, новосибирский боец вышел в ТикТок прямо во время исполнения служебных обязанностей. Что конкретно было в стриме, не афишируется. Но еще с 2019 года, после изменений в законе о статусе военнослужащих, рядовым и офицерскому составу запрещено пользоваться смартфонами в расположении и тем более обнародовать снятые кадры. Действия росгвардейца видеоблогера расценили как совершение грубого дисциплинарного проступка. По итогам рассмотрения материалов в суде с личным составом этой части провели воспитательную беседу.